Северяне, работающие и проживающие на селе, будут получать единую денежную выплату по оплате жилого помещения. Вместо предоставляемых в настоящее время за счет средств окружного бюджета дополнительных мер социальной поддержки по возмещению расходов по оплате за пользование жилым помещением. Соответствующий законопроект для принятия в первом чтении на Председательском комитете рассмотрели депутаты окружного собрания. Речь идет о ежемесячной денежной выплате по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 1200 рублей специалистам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах округа. В их числе педагогические и социальные работники, работники с медицинским и фармацевтическим образованием, специалисты в области культуры и искусства, ветеринарные службы, в области физической культуры и спорта и другие. Получателей жилищно-коммунальных услуг на селе 600 человек, включенных членов семьи 1408. Средняя сумма, которая тратится за год, это 14,5 тысяч рублей. То есть это как раз примерно те 1200, о которых мы говорим. Что касается найма, то этой услугой пользуются 22 человека. Цифры здесь разнятся от 3 до 20 тысяч рублей. Конкретные суммы компенсации в законе не прописано. И, как оказалось, некоторые этим пользуются. По злоупотреблению я могу, в принципе, без фамилии назвать, прямо далеко не ходить. Это Красная у нас. Пример. Семья прописана по одному адресу со свекровью, которая получает за найм, и обе получают за ЖКУ, как обе семьи, как специалист на селе. То есть у нее договор со свекровью. То есть вот есть реально злоупотребления, которые сегодня, в принципе, ничем не ограничены. Вносимые изменения позволят сэкономить порядка 7 800 000 рублей бюджетных средств при текущем количестве получателей 531 человек. Также стоит отметить, что фактически этот закон будет применять размер компенсации по аналогии с федеральным, в котором в качестве дополнительной меры поддержки установлено, что медицинским и фармацевтическим работникам, проживающим и работающим по трудовому договору в сельских населенных пунктах, в федеральных государственных учреждениях производятся ежемесячные денежные выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 1200 рублей. Елена Семеновичева, Владислав Носкин, телеканал «Север».